Проще простого зарабатывать деньги в интернете. Кэшбэк-сервис AliExpress с реальным кэшбэком от 7 до 15%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Так, всем привет. Сегодня получил посылочку с телефоном Nokia N95. Хорошо, фирменная коробочка. Такой вот. Нокиевский тут информация по телефону. 8-гиговая версия. Внутри у нас телефон, зарядка, наушники, USB кабель и мануал. Сейчас я посмотрю сам телефончик. Выглядит все хорошо, нигде ничего, ничего не болтается, все отлично. Так, сейчас включим его. Здесь, кстати, в этом хоть и стареньком телефоне, но здесь есть в камере цифровая стабилизация изображения, что очень круто. Так, русский язык уже выставлен. Вот такой вот аппаратик у нас. Видите, как плавно картинка идет в телефоне. Цифровая стабилизация в действии, однако. Ну что, все работает. Все хорошо, камера работает. В принципе, что еще надо? Это был Ткаченко Сергей, канал GadgetX. Спасибо, всем пока. Понравилось видео? Ставь палец вверх и подписывайся на канал. Thank you.